принтер практически из первых партий поставлен был, существенно доработал. Самые важные доработки касаются узла прижима прутка и крепления стола. То есть стол установлен на 4 блока, а не 3, как он изначально ставился. Поставлены удлиненные подшипники. Также подшипники подобраны таким образом, чтобы они не шумели, потому что качество китайских валов и подшипников оставляет желать лучшего, и при перемещении очень часто начинается слышен посторонний звук из-за качества подшипника. То есть здесь подшипники, что на движение каретки, что на движение стола, подобраны. Также убрана третья опорная каретка на головке печатающей. Позволила слегка снизить вес. И, собственно, ее достаточно. Достаточно вполне печатать. То есть смещений, биений как таковых нет. Значит, заменены винты. Ну, сомнительное такое действо. Значит, проблема у дубликатора i3, какой бы он там модификации ни был, это гуляющая рамка. Вот, то есть ее нужно укреплять. Укреплять ее необходимо, скорее всего, либо делать стяжки. Ну, честно говоря, мне эта затея не понравилась. Я планировал делать корпус, который будет впритык прилегать к стенкам и крепить раму к стенкам корпуса. Значит, по большому счету поставлен регулируемый концевик, точнее регулировка для концевика. Ну, из таких кардинальных переделок больше ничего и не требуется. Из минусов, да, вот спустя какое-то время заметил, что начало резко жрать ремень, вот, поэтому пришлось выгнуть немножко вот этот кронштейн. Жрать ремень он прекратил, то есть, как мы видим, печать прошла где-то порядка двух, там, час 50, крошки с ремня нет. Вот, вот это вот он как его пожрал, так он до сих пор у меня уже, наверное, год и работает. Менять ремень не собираюсь, то есть ремень достаточно нормальный. По крайней мере, это крайне недорогая запчасть, и замена его не составляет труда. Дальше. Принтер работает достаточно тихо, то есть спать можно. Непонятное дело, что шум будет. Вентилятор шумит достаточно сильно. Ну, относительно сильно. Вот. То есть, если подобрать качественный вентилятор, что весьма проблематично. Я ставил сюда вентиляторы с шарикоподшипниками, но он прожил у меня крайне недолго, там что-то около 100 часов работы, не больше. Вот, почему-то начал он опять шуметь, по всей видимости сказалась температура внутри бокса, поэтому поставил на подшипники скольжение, то есть втулочка без всяких этих, они гораздо дешевле, чем вентиляторы с подшипниками. Значит, сделал переподключение нагревательного элемента через обычную клемную винтовую колодочку, так как в первых партиях была проблема перелома проводов, так как они соединялись обжимной гильзой. И вот вместе обжима часто ломались провода, перегревалось, то есть падала температура нестабильно. Значит, по поводу экструдера, значит, штатный родной его прижим развалился. На соплях и на честном слове я допечатал замену ему. Вот, причем на тот момент я еще АБС-кой только начинал печатать, у меня это не получалось. Вот, печатал ПЛАшкой. Вот, при попытке печати ПЛС, АБС-ом ПЛА начинала вести, не держал температуру, то есть при 70 градусах пружина уже растягивала пластик. В общем, с горем пополам был напечатан новый узел
Я так понимаю, что это делалось для MakerBot'а. В отличие от штатного, у которого был ролик с V-образным пазом, здесь стоит обычный шарикоподшипник с троечкой внутренний диаметр, наружный, если не ошибаюсь, 5 или 6 мм, который вообще мне не доставлял никогда никаких проблем. Значит, поначалу, по наивности и глупости, я допустил ошибку, попытался открутить сопло на холодную, соответственно, я сломал резьбу, сломал сопло. Найти это сопло в Москве даже было достаточно затруднительно. В том месте, где я нашел, там ценник его был очень нереальный по сравнению с ширпотребовскими соплами. Вот. Поэтому было принято решение доработать узел нагрева до использования универсальных сопел. Вот, было просверлено отверстие в этом же блоке алюминиевом, с другой стороны просверлено отверстие, нарезана резьба под термобарьер М6. Вот, куплен алюминиевый блок под, опять же, под сопло и термобарьер М6. И, собственно говоря, можно теперь менять сопло без ограничений практически. Цена достаточно низкая, и появилась возможность использовать сопла различных диаметров, в отличие от родного экструдера МК-10, если я не ошибаюсь, он там был, вот, где сопло шло только 0,4 мм, и резьба под это сопло 7 мм была. Термобарьером я очень доволен этим. В принципе, вот процесс печати прошел без проблем. Как только я заменил, у меня вообще исчезли проблемы с подачей пластика в экструдер. То есть никаких затыков практически не было, не наблюдал. Как видно, я не использую здесь фильтр для прутка. Вот у меня принтер достаточно много проставит. Я его брал в целях ознакомления с 3D-печатью. Вот. Единственное, что сейчас меня, конечно, не устраивает термокамера, так как я хочу переходить на более серьезные инженерные пластики. Ну, опять же, при печати некоторых геометрий это все сказывается из-за особенностей пластика, из-за особенностей термокамеры. И нужно переходить на повышенные температуры, на регулируемый профиль охлаждения, чтобы исключить деламинацию, потому что планируется печать нейлоном и другими материалами. К сожалению, вынужден расставаться с этим принтером. Он меня не устраивает только вот по тем параметрам, которые я озвучил. Взамен приобретен принтер, можно даже сказать, уже не принтер, но конструктор на основе Геркулес Стронг первых партий выпуска. То есть там уже до меня проведены частично доработки. Дальше у меня грандиозные планы по работе именно с термокамерой. Необходимое утепление, скорее всего, что буду делать подвижные шторки. Вот, и ставить дополнительную автоматику на управление температурными профилями. Итак, вот результат, видно, слой 0,1 мм. К сожалению, камера не передает всей частоты поверхности. Думаю, если вас заинтересует этот принтер, когда вы приедете, я вам покажу вот именно вот эти вот две детальки. Есть у меня еще напечатанные бюсты нашего президента. Тоже печатались они в паре. Вот. Есть как бы некоторые моменты, характерные именно для этой механики. Но опять же, каждое изделие имеет свои плюсы, свои минусы. Этот принтер настроен. Этот принтер удобен для дома. Опять же, нюанс в том, что ему нужна жесткая поверхность. Вообще в идеале это пол, плюс изолирующая прокладка. Здесь я вот клеил куски теплоизоляции. Они уже достаточно покоцаны за счет того, что это тонкостенный металл. Толщина, если 1,5 мм есть, то хорошо. Вот. Китайцы позиционируют как полторашка, по-моему. Ну, с краской может 1,5 и будет. Вот. И оно уже продавлено. Вообще в идеале ставить на пробку. В
были у меня задумки, возможно, здесь вот из металлической полосы делать упоры, потому что то, что есть на Singerverse с использованием шпилек и напечатанных деталей, ну, честно говоря, мне это не очень нравится. В идеале, конечно, это делать корпус, к которому будет жестко крепиться рама, то, что вот, ну, она подбалтывается, то есть при больших ускорениях появляется волна. А ускорение, собственно говоря, оно дает возможность печатать острые углы. То есть там, где необходимо быстро пройти экструдеру, быстро поменять направление, вот там вот у нас работает ускорение. Ну, в целом, опять же, если не печатать каких-то там особо требовательных приложений, это, на это можно закрывать глаза, тем более, что в основном после 3D-печати используется постобработка. Надеюсь, будущему владельцу этого принтера он сослужит добрую службу.